Ну, естественно, за последние 15 лет была создана такая система, что люди, которые шли во власть, например, да, называется, вот, главная их идея была это красть деньги, например, да, и кроме того, чтобы что-то красть, они ничего не научились делать, например. Поэтому постоянно Путин кого-то увольняет, постоянно латает Тришкин кафтан, например, да, называется. Министр обороны украл деньги, поставили Шойгу, потом в другом месте кто-то украдет деньги, поставит третьего человека. И, естественно, система Навального в свое время была сделана для того, чтобы хотя бы Навальный немного людей запугивал, чтобы они поменьше крали, например, да, и хоть как-то работали. Но получается так, что Путин бьется как рыба об лед, а все остальные только воруют, но не работают. И вполне возможно, что и мэр Ярославля, например, так как он бизнесмен, например, и в этом нет ничего плохого, что он с кого-то там требовал деньги, вымогал деньги, например. Но это такой своеобразный бизнес, например. Другое дело, что нужно эту ситуацию контролировать и стараться не попадаться в правоохранительные органы, например.